Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, страна. Как говорится, как начнешь неделю, так ее и проведешь. Поэтому мы, дорогие друзья, желаем вам провести эту неделю красиво. Именно поэтому в это утро и решили поговорить о красоте. И поэтому у нас в гостях зашла на утреннюю чашечку кофе Анжела Шаргу, модельер-парикмахер, вице-президент Ассоциации развития парикмахерского искусства в Молдове. Доброе утро, Анжела. Доброе утро. Доброе утро. А, Анжела, как долго вы работаете в этой профессии и почему когда-то выбрали именно это направление, модельер-парикмахер? 17 лет я уже в этой профессии. Почему я выбрала это направление? Потому что это как раз та профессия, которая диктует моду, красоту. В этой профессии можно развивать себя, то есть нет предела совершенству, творчеству. Можно творить, творить и опять творить, да? Когда ты видишь счастливые лица своих клиентов, конечно, наполняется душа радостью и чувствуешь себя счастливым. Понимаешь, что не зря, не зря прожил этот день, конечно. Конечно. Раз вы заговорили о творчестве, я уверен, что творчество должно сталкиваться с какими-то смелыми идеями. Какие самые смелые идеи вы в жизнь воплощали? Ну, конечно, много идей, но самая смелая идея – это, конечно, та работа, наверное, про которую вы уже знаете. Намекаем, да. Да, хотим услышать о ней. Да, намекаете. Это прическа, которую я смоделировала, используя волосы пятерых девушек. Я соединила в единую композицию. Ну скажите, как пришла эта идея? Вот как вдруг родилась такая идея сделать прическу не на одной девушке, не на двух, не на трех, а на пяти? За чашечкой кофе. Как у нас сегодня. С моими друзьями. Это было перед открытием салона. Естественно, нам хотелось сделать что-то необычное, что-то... То, что в мире никто не делал. Да, никто еще не делал. Говорили о свечах. То есть была одна композиция, а две свечи, соединенные в композицию, да, то есть композиция была мороженая, да, но это были свечи. Вот сразу просто идея, да, то есть начала развиваться, но я уже это все представляла не из двух девушек, да, то есть думала три мало, пять, семь много. И как бы остановились на пяти девушек. В принципе, было достаточно сложно, потому что выбрать, да, то есть моделировать такую композицию, нужно было выбрать длинные волосы, нужно было выбрать и цветовую гамму волос. Чтобы все гармонично сочеталось. Нужно было, да, нужно было, во-первых, высоту девушек, потому что они все стояли рядом, но, конечно, одной высоты мы не нашли, уже пришлось... Каблуками работать. Да, уже пришлось с каблуками работать. Естественно, нужно было выбрать одежду, потому что они все вместе должны были сочетаться и гармонировать. Да, и задача стояла, чтобы собрать эту композицию. Каждая из девушек имела свою форму прически, чтобы она была индивидуальная. Но вместе, чтобы эта композиция смотрелась единое целое. Я надеюсь, что мне удалось это сделать. Раз вы заговорили о том, что процесс был достаточно сложным, сколько часов ушло на создание такой вот прически? Вообще для того, чтобы я создала эту прическу, то есть именно моделирование прически, это был час и 15 минут. Но это не говорит о том, что было легко. То есть до этого мы подготавливали волосы, делали мейкап. Конечно, мы очень долго подбирали правильный каркас. Я очень долго работала над техникой выполнения этой прически, чтобы в этот день я понимала, что и соединить их невозможно на большое количество времени, да, то есть нужно было максимум все за 2 часа справиться, собрать, сфотографировать и распустить всю эту композицию. А сколько процесс подготовки длился? Ну, 5 часов максимум, то есть нет, мытье головы. Я имею в виду, вот сколько времени вы подготавливали, рисовали? Думали, рисовали. Да. Это где-то 2 недели. Скажите, такого плана работы вы обычно выставляете на какие-то конкурсы, может быть, там, я не знаю, какие-то способы повышения квалификации? Ну, это уже есть повышение квалификации. Я сама себе это доказала, что ты можешь и нужно идти вперед. Конечно, эту работу
на какие-то конкурсы это нереально сделать, да, потому что оно не имеет смысла. В этой работе я работала чисто как художник, да, то есть я не хочу предлагать это как тренд, как что-то, да. Да, то и неудобно есть, ходить да, по это улице. Нет, это нереально, это вот, и я как бы и не предлагаю. Это просто как я работала как художник, я хотела посмотреть, удастся мне собрать эту живую картину. Сами себе доказали, что вы можете. Анжела, мне кажется, что вот такие работы наши телезрители уже тоже смогли их оценить. Такая работа, мне кажется, достойна того, чтобы быть в книге рекордов Гиннесса. Я согласна. Я согласна. Так в чем вопрос? Вопрос в том, что пока нам не дают никакого ответа. То есть, как бы, в принципе, нету ответа ни да, ни нет. Нам ответили с этой компанией, с рекордом Гиннесса, что они получили наш материал, и то есть они его просматривают. Ответа пока нет. Ну, какие-то другие работы, да. Заявок достаточно много наверняка, но есть ли какие-то другие работы в области парикмахерского искусства? И ваша работа похожа на них или нет? Нет, конечно, моя работа совершенно не похожа ни на какую. Там есть две работы зарегистрированы в парикмахерском искусстве. Одна работа идет самая объемная, там кучерявые волосы, негритоска, просто да, начесанные и выложенные в объеме. Это самая объемная. И самая высокая прическа была, то есть на верхней, на теменной зоне, просто прядь, выглаженная вверх, да, и... Вот такого плана работы. Ну вот расскажите еще о такой вещи. Ну, рекорды все-таки принято побивать, даже свои собственные. Планируете ли вы такую прическу собрать из 7 или из 9, из 15 девушек? Ну, я не знаю, из 5, из 7, из 9, из 15. Может быть, это будет немножко и другой рекорд. Конечно, я буду идти дальше. Я буду стараться. Несмотря на то, что вы преподаете это мастерство другим, в том числе и стараетесь самой себе доказывать то, что вы можете больше. Нужно обязательно, чтобы держать себя в форме. И, конечно, нужно доказывать каждый день себе, что ты это можешь, и ты можешь больше. Мы начали говорить о каких-то модных трендах и так далее. Расскажите о том, что сейчас модно в плане тех же женских причесок. И мужских. И мужских, да. Хорошо, коротко скажу. Значит, в прическах в этом году очень модные различные валики. Их можно выполнить в гладкой текстуре и в более модной текстуре. Простите, более сейчас объемной. Вопрос от мужской половины наших зрителей. Что такое валики? Валики – это более объемные такие формы, округленные формы. Да? То есть они могут быть расположены на разных зонах головы. Дальше. То есть классика, конечно, она не выходит из моды. Классические формы причесок в этом году в тренде. Дальше романтика, она, конечно, остается, потому что романтическая женщина, она всегда была в моде и будет. И в этом году очень модные прически с более натуральными, да, естественными формами. Что касается стрижек, стрижки в этом году асимметричные формы, да, то есть как на короткие стрижки, так и в длинных рекомендуется асимметрия. В мужском зале также, да, то есть асимметрия в этом году очень модна. Максимасса может быть расположена на фронтальной зоне, также максимасса может быть на макушке. Очень модный плавный переход, да, от короткого к длинному, то есть в мужском зале. И в этом году, опять же, в мужском зале очень модно разъединить границу геометрическими линиями, да, максимассу от минимассы. Ну все, теперь мы знаем, как нужно стричься, чтобы быть модными в этом сезоне. Анжела, то, что касается красок для волос, я думаю, что это будет интересно женской половине наших зрителей. Скажите, пожалуйста, чем отличаются, возможно, принципиально продукты эконом и продукты класса люкс? Продукты эконом от класса люкс, конечно, отличаются своим химическим составом. Да? То есть класса люкс, естественно, это те продукты, которые составляют очень маленький процент аммиака или вообще нету аммиака. И уже в их состав входят ухаживающие средства, которые придают волосам блеск и уход. Анжела, ну еще подскажите, такой вопрос, я думаю, будет интересен и многим мужчинам, и женщинам. Каким способом можно укреплять и нужно укреплять свои волосы?
Значит, то, что касается средствами по уходу за волосами, у нас на сегодняшний день очень развиты технологии, да, и в косметологии в том числе. Поэтому есть очень много профессиональной продукции, которая помогает нам выглядеть хорошо. Для каждого человека выбирается его индивидуальная продукция, линия. Mm-hmm. То есть линии для натуральных волос, как за ними ухаживать, для окрашенных, для поврежденных волос. Там есть комплексы по уходу. То, что касается укрепления волос, опять же, я считаю, что нужно прибегать к продукции профессионального уровня. Да? Mm-hmm. Потому что за нас уже подумали косметологи высокого уровня. И эти продукты дают свои результаты. То есть народными средствами... Я считаю, что это уже, да, угу, то есть отошло сторонку. И не имеет смысла, потому что есть очень хорошие гаммы, есть очень хорошие продукты для этого. Что ж, спасибо вам, Анжела, огромное за беседу. Мы вам желаем успехов. Мы желаем, чтобы ваше имя появилось в книге рекордов Гиннесса. И мы будем держать за вас кулачки. И уверена, что наши телезрители, многие, которые нас сейчас смотрят, которые оценили вашу работу, тоже к нам присоединятся. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях модельер-парикмахер, вице-президент Ассоциации развития парикмахерского искусства в Республике Молдова Анжела Шаргу. А вы, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Впереди, как всегда, как и каждое утро, огромное количество интересных новостей. Далее в нашем эфире.